На продажу, блять, сколько он стоит? Это ж пи***ц. Ёб твою мать! Так, давай с первой тогда. Давай. Начинаем открытие, собственно. И нам дропается... Ниху. Полная пи***та, блять. Погнали дальше. У меня... И ты целый инвентарь забитый. Со второй капсулы? Не, а вот мне вот чисто, знаешь, интересно, тебе вообще вот на какой капсуле выпадет что-нибудь хорошее, такое добротное, дорогое? Ни на какой, я и вообще выпадет ли? Вот самое интересное. Нет, ну я ли? Надеюсь, то, что выпадет несколько пиздаток. Так, теперь самое важное это... Сколько стоит? Сколько стоит она, собственно? А стоит она... Она где-то 500 рублей. Ну, 500... Где-то, да, мы купили уже парочку. Ну, слушай, ты отбил уже 20 капсул. 22 капсул ты отбил. Неплохо, вот бы по КД они падали. Видишь, уже неплохо, уже не зря начали. На, ну и хуй. А, нет, на ликвидов, блять. Да, у меня их настолько много будет, блядь. Это ты будешь долго, ты лучше, блядь, молись на то, чтобы тебе выпало хотя бы, ну, два мауса. Нет, ну, мы окупили четверть. Четверть. Ну... сказал бы, что четверть, там меньше. Одну шесть. Нож, если я не хочу. Я хочу перчатки. Блядь, спасибо, блядь! Она тысяч пять стоит. Да, я секунду, видел, блядь. Очень близко, сука. Ну, бля, НТ. Это хуйня? Она вроде не, по 90. Она нормально. Она откупает хотя бы одну капсулу вроде. Не, она две она купает. По 90 это глиттер, а это обычно. А, серьезно? Да. О-о-о! Вот, держи 30 рублей тебе. А, серьезно, блядь? Да, я ж тебе показал, на 30 рублей стоит. Я просто его, пиздец. Тоже выбил. 100 FPS у меня, блядь. Вот настолько я нищий, блядь. Если тебе выпадет несколько дорогих наклеек подряд, засунешь в задницу. Да как нехуй. Я это сделаю даже не только для себя. Я это сделаю даже за бесплатно. Да, я уже сейчас, блядь. Ты какую там говорил отдать ей? Вот эту? Маус Гоу. Почем она? Она нормальная, она рублей 300 стоит. Нихуя себе, блядь. Ебать, 300 рублей наклеечка. По-моему, тебе больше везло, чем мне, блядь. Ну, я как-то, знаешь, лайтовенько открывал просто. Я не думал, что мне что-то выпадет. Ну... А по итогу мне выпадало прям так пиздец. У меня сейчас самое ценное, это вот это. Ну, это да. Ну, заебись на третьей капсуле золотую-то выйдет. Ну, да. Ну, не на третьей, на пятой. Я вставлю потом то, как я открывал прошлые капсулы. Потому что я это тоже записал. Да, прям в середину видео во время этого разговора вставь, блядь, чтобы все охуели. Не, ну так я же говорю об этом сейчас, значит, ну... Надо будет это упомянуть. Либо я потом... 90 рублей, 90. А сколько у меня их всего получается? Одна... Одна, блядь. Охуенно, блядь. Охуеть. Не, то есть по факту, если бы они мне выпали, то я... Да. Нет, не я. Ну типа, я бы купил все тогда. Потому что выпадала еще вот эта вот красненькая хорошая штука. И там еще одна наклейка за 300 рублей. Я обычно, когда вижу в КС-ке что-то фиолетовое или красное, я думаю, все, это охуенно дорого, пиздец. А один раз я, короче, получил наклейку на халяву розовую, и она стоила всего 5 рублей. Охуенчик. Это что за наклейка была? Ликвид. Ебать. Вот их фиолетовая наклейка в 2019-м столько стоила, блядь. Блять, а сейчас их наклейки сколько стоят, это пиздец. Целое сейчас... состояние. Сейчас их на... Да! Рубль вроде, блять. У нас сейчас летит, получается, что? Ну, в основном синька ебаная. Ну да. И летит дешевая хуйня. И должно розовое дропнуть. То есть у нас уже прям очень давно дропается хуйня. Ну вот только вот это. Но так нам по большей части дропается одна хуйня. Не, ну должно, мне кажется. Ну вот еще одна. Так оставить. Ну что-то прям красное вот сейчас, блядь. Хуя не красное. Очко у нас красное, блядь. Что вот сейчас?
Охуенно, ну, да. Спасибо. Ну пусть они золотые выпадут, тогда будет отлично, блядь. Я вот не удивлюсь, если... Охуенно. Я не удивлюсь, если мне ничего нормального не выпадет. Потому что, ну, я невезучий в принципе. Мне никогда не падает ничего хорошего. Это... И в моем инвентаре никогда не лежал Азимов. Да-да-да, расскажешь, никогда не лежал. Ну, вот сегодня полежал чутка. Сколько да, получается? Секунд 30, блядь. Не, ну чё 30-то? Минуту. Самый быстрый слив Азимова, блядь. Прикол, я буду это продавать до того. Я буду каждую, блядь, копеечку считать. Я буду все рубли высасывать, блядь. Со всех вот этих дешевых наклеек. Лишь бы на перчатки хватило. Да. Вот это, кстати, наверное, неплохая тема. Вот она должна более-менее стоить. И сейчас там нахуй 1000 рублей, блядь. 300 рублей, кстати. Ну, нормально. Я бы ее прямо сейчас продал. Ну, не факт еще. Ну... Блядь, почем? Неважно, главное золотое. Хотя нет, важно. Ну и хуйня ебаная, блядь. Я тебе говорю. В чем прикол? Это стоит дороже, блядь. Ну, потому что, блядь. Ну и хуйня, блядь. Ну, пролетают же иногда нормальные. Кстати, ни одного золота не пролетело. Просто пролетают. Ну, как минимум, золото не пролетает. Ну, типа... Я надеюсь, оно не будет пролетать, оно будет выпадать. Все оставшиеся капсулы, блядь. Ну и засветился в ролике, который я очень надеюсь, что наберет просмотры. Хотя open case и open капсулы, они ж по идее набирают, да? Ну вот еще китайцы, блядь. Которые монголы. Монголы. Китайцы, которые монголы, блядь. Золотой маус, встречайте, блядь. Золотой ликвид, встречайте. Золотой маус, золотой флюкс. Нахуй. Бласт, блядь. Золотой. Блядь, 100 рублей чисто золотать на это золото. Спасибо, блядь, за 100 рублей. Мне что-то кажется, должно ёбнуться сейчас. Ты чё настолько быстро-то делаешь? Я не успеваю разглядывать. Нихуя, блядь! Но они рублей 500, мне кажется. Ну, почти, да. Ну, более-менее. Но блядь. Это не маус голд, блядь. Давай, хуярь. Уже обычным способом. О, 90 рублей, нормально. Спасибо. Кстати, FX на самом деле хуйня процессора. Да. А я, блядь, повелся и купил его. У меня так лагало КС, я тут воевал. Ну, блять. А стриме и монтажах вообще можно было молчать. 8 ядер, 8 потоков, мощный, блять, процессор. Расскажите. Давай вот сейчас фастом парочку штук, блять. Давай. Да ёб твою, блять. Руки трясутся, отчим долбит, блять. Сколько фастом надо, ну ладно. Можешь как хочешь открывать. Да мало ли, блять. А сколько их еще? А, ну можно не переживать. Я понял. И что-то хорошее, блять. Да нахуй мне ваши монголы. Ты когда так говоришь, тебе монголы все время падают. Вот сейчас что выпало? Бласт, ну что это, блять? Еще лучше. Давай с середины, вот здесь где-то. Тогда фастом. Не, не фастом. Чисто обычно. Спасибо. Ну вот по обычному моузу все получай. Мне кажется, фастом. Фастом. Нихуя! Первая. Это почем? Это почем? Это 1600. Нихуя себе, блять! Фастом! Фастом, блять! Еще последние два фастом. Вот это еще фастом и смотреть, что выпало. Сборище хуйни, блять! Не, ну слушай, столько синяк, ну мне кажется, должно сейчас. Один, плотный, чисто, блядь, не скипая. Чтоб мы видели, как, блядь, не выпадают монголы. И еще один, давайте мне тоже нахуй монголов, блядь. Не, бласт тебе. Ебать! Охуеть, блядь! Наконец! Я, знаешь, я как чувствовал, когда тебе закидывал, я как чувствовал, она 5000.
А, она уже меньше. Ну похуй, все равно заебись. Ну ебать, ну нормально. Все, видео удалось, блядь, уже. Успех, блядь! Успех! Ебать! Успех! Ебать, мужик! Просто под... Я не зря тебе донатил. Я...